Hello, 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 дорогие друзья, вы на канале Тимоха Плей. Те, кто впервые на моем канале, всем здравствуйте, всем добрый день, точнее, добрый вечер. Что ж, это у нас небольшое такое выживание в Майнкрафте Java на Project Launcher, что можно ее просто скачать в Google Play, это не реклама. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, даже просто заранее поставьте лайк. Если вам не понравится видео, вы можете абсолютно бесплатно его отменить. И также подписку. Так что, выбор за вами. Я отбабахался вот такую вот хату. Все делал я сегодня это выживание. Так что, ребята, все нормально. Вот, у меня вот такие вот ресы, да. Зачарование вот. Вот такие зачарования. Кстати, я хочу сказать, что мне очень повезло с зачарованиями. Кстати, книгу на починку я нашел. Сейчас хочу глянуть. У меня тут еще книга была где-то. А я, наверное, убрал. Да? У меня, наверное, ее нет, да? Все. Понятно. Короче, ребят, вон там. Давайте немножко обойдем мою хату. Вот здесь я разбойников шатал нафиг. Вот, вы уже, наверное, увидели что-то. Ну, давайте просто обойдем. Ну, тут ничего интересного, так сказать, нету. Я вам еще домик покажу. Кстати, еды у меня очень мало. Я где-то планирую где-то здесь вот построить какой-нибудь, ну, не садик, а огородик мини. Так что нормас. Нормас будет, нормас. Так, погнали. И вот она, чуть поинтереснее, ферма Мобл. Как вы, наверное, уже заметили, может быть, самые внимательные, то есть то, что я показал здесь. Так это алмазные матчи Димаса, да, я его так назвал. Мурашки показывают тут, не знаю почему. Сегодня мистики насмотрелся Берга, очень жестко. А, вот, починка у меня здесь есть, починка, да? И, ну, короче, с них подойду опыт, и она, естественно, ну, чинится меч. Мне по-хорошему еще топорик, потому что тут удача 3, эффективность 4, прочность 3. То есть, по-хорошему, сюда починку мне нужно. Кстати, я хочу сказать то, что начало моего выживания было очень, кстати, реально крутое. И сразу я нашел, ну, не сразу, конечно, но прям очень рядом было 3 спаунера. И при этом все они были зомби-спаунера. Это нет, один все-таки был этот спаунер павуков. Опа. И что я сейчас собираюсь сделать, так это шахту. Хочу пойти за алмазиками. Потому что, ну, 6 алмазов у меня есть, в принципе, я там их тратил, стол зачарования, да. Все дела, заметили, да, конечно, полка, 2 чердийских столов. Ну, это так, ребята, это... Для, там, как его сказать-то, ну, как сказать-то, ну, на запас просто взял эти, скрафтил на запас, 2 наковальни, тоже на запас, изумрудик один. Вот все, кстати, вот откуда у меня столько много дерна, у меня лопата, вот она, лопата шелкового касания. Я здесь вскапывал пол, и поэтому у меня так столько много дерна. Я уже сказал, собираюсь сделать здесь шахту, ход в шахту. И я хотел бы здесь прям сделать вот по красоте булыжник там. Даже руды буду использовать некоторые. Курица куда сейчас? Кстати, здесь у меня снизу еще есть субтитры, да? Ну вот они. Ну, майнкрафтовские. То есть то, что звуки. Ой. Также мои планы еще, да, построить там мини-огородик. Не мини-огородик, а огородик там, типа теплицы. То есть я увидел одного ютубера, там у него была типа теплица. Я хочу себя тоже такой забабахать. И, как вы видите, моя бронька исхудала. Поэтому хотел бы я... сделать ее нормас и зачаровать прям. Поэтому мне нужен опыт. И поэтому там у меня в коферма опыт нужен. Опыт, короче, дропается с них. Так. Ну, еще по-хорошему ее нужно это на починку зачаровать. Сейчас глянем. Что тут у нас?
Лазурит у меня всегда при собой. Защита снаряда, вот она. Фига, фигня полная. Нам защита, конечно, нормас. Ну давайте ее. Блин. Что? Немножко позабыл. Палки, палки, палки. 13 палок. Извиняюсь, что не с самого начала, но с этого момента будете смотреть, как я развиваюсь. Думаю, кому интересно, смотри, как я этот дом строю. Ну, у меня до конца не достроен, это коробочка просто. А, да, кстати, забыл показать еще вот этот вход. Ну, тут у меня типа печки стоят, да? Кстати, что они? Здесь ничего нет. И кровать. Здесь, короче, сейчас сплю, да. Это пока что мои планы, потом они будут меняться, конечно, со временем. Так, ну что, погнали? А, бля, хамуха, зачем мне топор так докрафтил? Чтобы его зачаровать, да? Наверное. Димас, ты же это задумал? Эффективный, да? Да, просто эффективный. Но я ничего страшного, один уровень потратил. Нормально, на эффективность пойдет. Получается... Хотел бы сделать здесь вот прям хороший ход такой. Но сначала мне, естественно, сама нужна шахта. Поэтому думаю, я отдаю вот эту... Бля, хамуха. Подлавит, когда вот здесь в инвентаре. И хочу я еще себе пёселя приручить. Пёселя найти. Ну, пёселя не найти. Вон, у меня вон там лес есть. И... Ну, там, короче, естественно, пёселя будет. Поэтому... То себя найти не трудно будет. Так, ну все, вот это я вскопал, в принципе. Очень интересно. О, ой, зачем мне это Ладно. Пойдет. Пойдет, пойдет. Здесь я даже. Ну, даже не могу Бляха, муха. Может, сначала этими огородить? Вот так вот сделать, типа. Скорее всего, я эти сундуки все равно перенесу. А давайте я тогда так сделаю. Ну, слушайте. Напишите в комментах, как у вас дела, как у вас день прошел, в принципе. Конечно, нормально. В школу сходил. Все нормально. Пятница, кстати, очень хорошо, что пятница. О, капец. Ладно, там пора спать, а то сейчас мобы сейчас как придут мне. Мне придется от них сейчас отбиваться, а там еще и криперы могут быть. Ну, короче, еще, знаете, скелеты для меня, ну, это. Ну, это скелеты. Они стреляются. Почему-то они для меня реально жесткие. То есть почему-то. Что-то именно с ними в большинстве случаев без щита я не справляюсь. Я от них уже погибаю, кстати. Да. Вот такой. Вот такое. Угу. Ну, я не знаю даже. Ну, здесь надо как-то по-другому ее. Надо вот так сделать. Вот так ей. Давайте вот так вот сделаем, да? Типа огромный вход в шахту, да? Типа так. Да я эти сундуки снесу нафиг скоро. Ой, здесь я как раз таки булыжник поставлю. Ну или что-нибудь еще. Или полублоки, они это экономик. Да, ты экономик, если что. Такое обычное ванильное выживание без модов. Кстати, возможно. Сюда выживание. Может подключиться один интересный мод. То есть с новыми родами, с новой броней. Возможно, может появиться. То есть. Вот такой вот, как вам, нормально? Мне кажется, вот это как-то не так выглядит. Что-то оно несимметрично. Да хоть сейчас хату придется переделывать. Прикинь, тебе сейчас хату придется переделать нахуй. Угу. Вот так вот. Да? О!
Строим, короче, шахту, типа такую. Ну и потом будем копаться, естественно, в ней. Естественно, в ней будем копаться. Ой, ну я не знаю, что там. Ее надо как-то по-другому строить, что ли. Что-то. Так. Ставим вот так вот. И вот так вот. Да? Нормально? Ну, наверное, да. Вот здесь только надо вот это нести, чтобы было вообще по кайфику. Она не присасывается, ладно. Потом его заберу. Как-то. Ой. Ну, как вам? Это еще не все, естественно, да? Будем продолжать это делать. Может даже на некоторые блоки заменить на эти. А да, кстати, для этой фермы огородика у меня есть уже семена припасены. То есть заранее. Как знал, знаете, ребят, как знал, что мне придется это делать. Просто реально очень большие проблемы с едой. Почему-то мобы реально спамят. Вот. Почему-то реально они, ну, далеко от моей хаты спамят. Или я их всех перебил. Вот. А, ой, 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 что случилось? Вот так вот как-то. Здесь, мне кажется, нужно что-то добавить, чтобы оно не выглядело так пусто. Тут действительно вот здесь пусто как-то. Сюда бы добавить что-нибудь. Сюда, реально. Не вот так, наверное, сделать. О, подождите, мне кажется, идеальное место для этого сникерса. Вот такой, ну, самый обыкновенный этот мини сплейщик. Опа, все поставил. Надеюсь, вы соберете большой актив под этим видео. Опа, жуткий шум. Не, ну это, конечно, бывает. Они на поверхности, кстати, спамят, то есть тоже эти шумы. Многие, наверное, знают, откуда они. Здесь какая-то вот фигня заполняется, когда она доходит до 100, проигрывается один там из 5 или из 4 звуков. Проигрывается. Вот, ну, чтобы, наверное, не расслаблялся. Подождите, а я пешки тогда перенесу это, в шахту. Чтобы и нет тогда. Думаю, все на ходу. 13 минут, кстати, идем. Опа. Сейчас, знаете, как я... Нет, не знаете, да? Вы, наверное, догадываетесь, что я их это... Вот так вот поставлю. Внедрю отсюда. Да что вообще было по кайфу. О, имба! Слушайте, круто же, да, получилось? Круто же получилось, ребята. Сюда может еще сундук положить. Ой. Ой. Ладно, сейчас разберемся. Подождите. Дима, ты пальчики свои нашел? Так, небольшой перерывчик у меня был. Небольшой перерыв, бляха, муха. Все засрало, инвентарь весь. Инвентарь весь засрали. Как не стыдно. Ну, наверное, земельку я оставлю. И земелька. Где надо земельку? Тут у нас эндерперлы, да, у меня с убийства этих эндермунов. С убийства эндермана. Ну, а у меня весь дрова для, оказывается, было. Интересно. Вот у меня тут еще хавчик есть. Ну реально, его, ой, ему как-то маловато, что ли. Вот, мне кажется, вот так прикольно. А, я думал, почему светло, я ж здесь вот так ничего не закрыл. Да, давайте.
вот это вот снесем, да? Поставим здесь как-то вот так вот. Ой. Алмаз. Сейчас это мы все должны на булыжник с этими судами заменить. Давайте пока одну. Ой, что-то мне кажется... Ой, что-то мне кажется... Булыги мне не хватит. Не, реально, булыги мне не хватит. Такое чувство. Ой, это как ступеньки получаются. Во, вот такие имбовые. Вот здесь вот это не вписалось. Сюда мы... Бля, хамуха. Железо. Все, нормально. Сюда мы вот так ставим. Там мы сносим, потому что... Ну, сюда не вписалось. А, ну тут, в принципе, можно вот так посносить. Либо потому что... Оно тут не нужно, оно тут не видно. А где мы? А, вот он, булыжник мой. Я думаю, где мой булыжник? Я уже хотел кричать, где мой булыжник? А булыжник все это время со мной был. Видите, какой верный булыжник, не то, что у некоторых. Оп, и потеряли булыжник, а у меня он верный. Всегда со мной. А, кстати, может в этой как раз-таки серии это того собачку приручили? Собакина. Чтобы охранял меня и мой дом. Я пошутил. Конечно... Ну, я, конечно, не хочу потом сожалеть о том, что... Что он умер. Бляха-мух. Не хочу об этом потом жалеть. Что, типа, Бобик, нет, Бобик, Валерик. Ты сдох. Ладно, не смешно. Ну зато прикольно. Фу, опять небольшой перерывчик. Я тут совсем немножко расчистил. Небольшой перерывчик. Потому что мне нужно. Врубление лавы. Вот это намного интереснее. Врубление лавы. Нифига себе. Это что за номер? 990. Да я не спрашиваю именно номер. Я именно спрашиваю, ну, что. Типа, ну. Ну, типа. Да ёлого палого. Тихо. Дима, не бомби. Что-то здесь не так. Тихо, я слышу паука, ну ба. А, блядь! Хотя хорошо, у меня членистоногих стоит. Я уж снова удара вниз. Это вот это страшно было. Был бы это крипер, я бы вообще обосрался. Целые штаны бы навалил. Тут спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Ладно. Что тут у нас? Дизайнерское решение, да, мы делаем сейчас. Да ёлого-палого, давай. Уф, темно стало. Факела, где факела? Срочно факела. Товарищи, факела. Ну, товарищи, где факела? А, вот факела. Всё, отбой, факела найдены. О, нифига себе, тут темно. Надо бы все это развеять, наверное, каким-нибудь железом. Давайте напишем в комментариях, как я буду называть это золото и алмазики. То есть вот жикосик есть, горючек это уголек. А как я буду называть это золотишечко? Давайте вместе в комментах придумайте, напишите там в комментах. Там действительно. Не, ну мне кажется, очень круто получилось. Мне кажется, прикольно получилось. Прям как я задумывал. Не пошли, я не так задумывал. Не. Вот это явно помешало. Вот это да. Вот это шахта, я понимаю. Да, вот
Вот это я понимаю. Теперь можно и рыться. А, да, кстати. Надеюсь, мне хватит этого. Приручить это. Песика. Ну, где-то мои косточки. Ну, как бы внутри, но так-то вопрос не о том. Вопрос не про это. А именно кости. Бляха, муха. Ну, заклебали. Все, погнали. Где песики? Вот он. Сразу бежит. О, ес! Друг человека. Погнали тебе подружку искать. Уф, 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 уф. Так, ты будешь у нас... А, блин, мне бирка нужна. Ладно, я, наверное, в креатив зайду и бирку возьму. Пошли за мной. Только не упадите в воду. Где зомбак? Ладно, погнали. Уф, они тэпаются. Давайте, давайте. Дружно заходите сюда. Иди сюда. Ты куда побежал? Вот, наверное. Все, я закрываю вот здесь. Если будете мучиться от голода. Я сам мучаюсь от голода. Так, ну как, куда побежал? Стоять? Сидеть? Ух. Ладно, думаю, на этом можно и заканчивать серию. Ну что ж, всем пока, всем удачи. Пока.